Салам алейкум, пацаны! Ну, я такого еще не делал. Это просто нечто. Именно вот эти все 11 тысяч я потрачу туда, куда, наверное, может быть, не стоит потратить. А может быть, и стоит потратить. Я сегодня хочу, друзья мои, сделать нереально крутую, скажем так, прокачку аккаунту. И сделать этот аккаунт олдовским. Как я его сделаю сейчас, вы сами сейчас увидите. Я думаю, что 11 тысяч нам хватит для того, чтобы этот аккаунт просто, ну, стал реально легендарным. Почему я думаю легендарным? Потому что именно эти вещи, которые сегодня я сейчас ему выбью, по-любому они, скажем так, сделают его на аккаунт олдовским. Мы заходим, друзья мои, в одно событие. В одно событие, вы знаете, наверное, куда уже. Волшебная королева. Волшебный что? Волшебный карнавал. Ема, говорю, королева, ёперный театр. И тут, братишки, что мне нужно сделать? Тут мне нужно выбить максимально, постараться все наборы, которые тут есть. Потому что эти наборы у нас, друзья мои, они все считаются олдовскими. Клоун и так далее. Друзья мои, я считаю, прямо сейчас это, может быть, будет глупый поступок, потому что можно и повыбивать тут много чего интересного. Но я хочу выбить ему все наборы, которые тут есть. В общем, друзья мои, просто если вы меня поддержите, и если вы хотите прокачку также, ставьте просто лайк. Подпишитесь на мой YouTube канал, поставьте колокольчик, все уведомления. Напишите обязательно, друзья мои, в комментариях, ну, хоть раз вас прокачивали или нет. Если прокачивали, пишите, да, меня прокачивали. Если не прокачивали, пишите, меня ни разу не прокачивали. И не забывай, друзья мои, что все прокачки всех людей выбирают только в телеграм-канале. Людей на прокачку только в телеграм-канале. Ссылочка на мой телеграм в описании по видеороликам. Заходи, подписывайся, не забудь подписаться на мой YouTube-канал. Мы должны 30 тысяч подписчиков обязательно добить. Обязательно ставьте колокольчики, все уведомления, это очень важно. Вот, ну и, конечно же, не забывайте, у нас каждый день проходят стримы в 9:30 утра. Даже прямо сейчас ты можешь зайти на мой стрим, если сейчас утро, то я по-любому сейчас стримлю. Так что каждый день стрим проходит, и вы также можете много чего выигрывать. Ну, одна попытка у нас получается, друзья мои, 569 алмазов. Одна попытка. Я не знаю, повезет нам, не повезет, но постараемся выбить максимально крутые подарки. Поехали? Поехали. Первый прокрут. Все 11 тысяч, которые тут есть, мы сейчас сюда потратим все деньги. Если мы должны выбить максимально много наборов. Понятно? Это, я думаю, это, не знаю, глупо, не глупо. Но я считаю, это для того и дело, чтобы это просто был аккаунт просто олдовским. Я хочу вот так вот сделать. Поехали. Я думаю, с вас обязательно лайк, подписка, колокольчик. Обязательно, братва. В смысле? Первый набор есть. Первый набор есть. Хорошо, спасибо. Один набор есть. Мы даже, друзья, будем подводить, скажем так... Именно будем вести счет. Первый набор есть. Первый есть. Поехали. Второй набор. Максимально нам нужно тут выбить кучу наборов. 5 попыток получается, да? Понял, хорошо. Третья попытка. По-братски, друзья мои. Вы должны меня обязательно должны поддержать, братва. Даже максимально поддержать. Но это реально может быть глупо, но все же я это делаю. Все же это делаю, и нам нужно выбить, ну, хотя бы вот это олдовский аккаунт, да, вот левый, самый левый, да, получается, это олдовский аккаунт. Верхний левый. Внизу тоже он олдовский аккаунт, тоже обалденно. То есть, получается, вот этот где-то, где он, друзья мои? Получается, где он? Вот это получается олдовский прям очень... А, их тут, я понял, тут их смотреть нельзя. Я понял, хорошо, ладно, поехали дальше. Ой, друзья, не забывайте поддержать, поставить лайк, не забывайте. Каждый день для вас стримлю, каждый день для вас делаю всякие приколюшки, всякие прикольные штучки. Это для вас по-любому вы будете, да, каждый день рады. 100% будете удивлены, что я для вас делаю на стримах. Заходите каждый день, друзья мои. Второй набор выбили. Второй набор есть. Изи. Ну, не знаю, друзья мои. Хочу все алмазы потратить именно сюда. Фу, конечно, было прикольно еще убить биклоуна посередине. Ладно, поехали. Набор номер 3. Набор номер 3. Не выбили. Ой, блин, как это... Ай, жестко, не знаю. Может быть, может повыбивать все эти оружия. Да, ну, стенки повыбивать и так далее. Или... друзья, ну ладно, я делаю... Я не знаю, делаю, может быть... В комментариях напишите, я делаю глупый поступок или делаю не глупый. Может быть, можно было повыбивать ему что-то другое. Ладно, выбиваем чисто это событие. Выбиваем чисто это событие, друзья. Уже 6 тысяч алмазов. 6. Представляете? 6. По-братски. Выпади бомбовый набор. По-братски.
Какой-нибудь олдовский набор. Ё-моё. Треть набор падает, который нам не нужен, пацаны. Так, треть набор нам падает. Я того рот бомбил. Раз. Нам два. Черный шут. Золотой шут. Черный шут. Я в шоке. Вы представляете, что нам упало, друзья мои? Вы представляете, что нам упало? Нам такая херня падает, я в шоке. О, неужели выбери еще набор? Вот это хорошая. Так мы его, скорее всего, и выбили, да? Да. А, нет, набор амбициозный резидент. А это набор... Это не тот, друзья мои. Ну, почти. Ну, в принципе, наверное, тот, наверное. Тот с синей маской. А розовые очки, да, у него не розовые, а оранжевые очки. Вот этот, короче, набор стоит на главном фоне. Ладно, четвертый набор, пацаны. Четвертый выбили набор. Мы должны выйти вот максимально выбить олдовские наборы ему. Поехали дальше. Братцы, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк. Для вас стараюсь, видите, что творю. Просто я творю нечто. Я просто схожу с ума. Я сошел с ума от прокачки. Вот что делаю, вот что я делаю. Я все алмазы сюда трачу. Хотя можно было что-то другое купить, но я все сюда трачу. Ну, друзья мои, ну, блин. Ну, я не знаю, интересно вам такое смотреть или неинтересно, но я трачу все алмазы сюда. Клоун выбили. Нормально. Клоун выбили, только они, конечно, не такой выбили клоун. Но, получается, выбили мы клоуна вот такого вот. Хорошо. Пятый набор, друзья мои. Поехали дальше. Ну, давай. Давай. Шесть наборов будет? Будет шесть наборов по-братски? Нет. Блин, ну неохота мне. Ну че, реально я сюда все... Неужели я сюда все потрачу? Да, шалеть. Ну все, друзья мои, в любом случае мы все сюда тратим. Да, по-братски, давай максимально по-братски падай. Что падает? Блин, ну набор нам упал, хорошо. Но, блин, нам набор упал, но опять не тот, который на главном фоне. Что за хрень? Опять не тот, который на главном фоне. Нам упал, вот этот набор упал. Блин, ладно, шестой набор, пацаны. Шестой набор, олдовский выбили. Ну чё, за 1000 выбьем седьмой набор? Седьмой выбьем набор, нет? Нет. Седьмой не выбьем. Давайте попробуем вот этот вот в тайном попытаться. Пять попыток, раз. Может повезет, братва? Как думаете, может повезет? Так, не выбери. Два. Давай по-братски, красиво. Нет. Три. По-братски, нет. И четыре. Выпадаешь? Нет. Ну, друзья, я не знаю, было-то выгодно или невыгодно, но я выбил, короче, ему 6 наборов. Выбил ему, короче, 6 наборов. Вы в комментариях напишите, что вы по поводу этого думаете. Не забывайте также, если у вас возникают сложности при донате, вы себе реально не можете, ну не получается у вас себе сдонатить, выходит ошибка и так далее. В ВК мне пишите, я вам помогу сдонатить. Доначу я через официальный сайт Гариношоп, через меня на нас приходит быстро и безопасно. Максимально быстро. Вот, но за это буду брать маленькую комиссию. Ну и, конечно, не забывайте каждый день заходить на мои стримы, подписывать, ставить лайк. И не забывайте, что если вам также нужны настройки на ваши телефоны, вы можете спокойно ко мне обратиться. Да, я вам дам VIP-настройки по очень дешевым ценам. Цены также недорогие, каждому из вас доступны в любом случае. Да, и будете хорошо играть. Всем пока, до новых встреч. Я расстроен.